подписчики и гости канала. Сегодня у нас 30 августа. Посмотрите, я стою в саду. Какой ветер, суховей. Уже месяц не было дождя. Все сохнет, не успеваю поливать, не успеваю все перерабатывать. Хоть бы дождячок, но вот нету. И приходится поливать. Я стою возле ореха, фундук. Вот, посмотрите, сыпятся уже орехи. Я сейчас покажу вам, какие орехи у нас выросли на фундуке. Ну, если вам интересно, оставайтесь со мной на канале. Приятного вам просмотра. Итак, друзья, вот, посмотрите, мы возле фундука с вами. Сыпятся орешки. Очень хорошо собирать их. Чем? Потому что прошел, собрал вот с земли. Видите? Вот. Их очень много осыпается уже сейчас, потому что они уже поспели. Их только надо ходить, собирать и все. Ну, сыпятся они каждый день. Вот, поэтому ну, раз в два дня надо теперь собирать, ходить орешки. Вот, посмотрите. Их тут много будет. Вот, я уже говорила, что я почти ведро собираю каждый раз орешков. Детвора вот сейчас нравятся им они. Пока не надоели они им, они их щелкают. А потом они им быстро надоедают. И потом они уже залеживаются. Вот хочу показать. Друзья, вот здесь у меня, посмотрите, вот с этого дерева больше. Посмотрите, сколько насыпалось, видите, орехов. И тут вот везде, ну везде. Обратите внимание, паука, на паука чуть не села. Не стала. Посмотрите, сколько их много. Видите, и к соседям там сыпятся. У всех есть орехи. Так что я посадила орехи и себе, и соседским деткам. Ну, как говорится, хорошо. Всем будет приятно. Вот, сейчас потихоньку начну собирать. Покажу, сколько соберу. Так, друзья, вот собрала ведерочко я литровое орехов, но еще не все собрала. Некогда мне сейчас, пускай в следующий раз соберу. Вот, посмотрите, литровое ведерочко уже собрала орехов. Мне просто сейчас нужно поливать. Поэтому в следующий раз соберу. Ну, как видите, это ж только начало. В этом году, наверное, будет еще больше орехов, чем в прошлом году. В прошлом году я ведро собрала. А в этом году, наверное, будет еще больше, потому что орехов много. Грецких тоже много орехов. Вот, посмотрите, персики падают какие. Хочу показать, какие выросли плоды пепина. Друзья, вот, посмотрите. Это маленький вот плодик, как видите. Вот, ну, здесь вот они висят, плоды. Тут, если, конечно, раздвинуть ветки, плодики есть. Маленькие, большие, всякие. Очень уж густо получилось все, конечно. Вот с этой стороны давайте посмотрим. Вот. В кустах. В кустах, конечно, малый урожай в этом году. Очень поздно начали они плодоносить, скажем так. Вот, еще почему-то сначала листья пожухли вдруг, неожиданно. Вот, а потом опять, вот как видите, наросли. Вот, посмотрите. Плодики висят. Так, тут в середочке есть плоды. Посмотрите. Видите? Есть плодики. Есть, народились немножко, совсем немножко. Вот. Но вот они сейчас только начинают образовываться, плодики. Потому что не жарко. Для них это самое, что не есть хорошая погода. Ну, конечно, очень густо. Надо растение сажать одно на 2 квадратных метра. Тогда будет замечательно.